Здравствуйте. Сегодня я буду высаживать семена бругмансии. Такая древовидная аромагия белая. Это декоративное дерево. Мне понравилось то, что оно красиво цветет по фото и видео с интернета. Мне оно понравилось. Цветки крупные, до 20-30 сантиметров длиной. Очень вкусно пахнут. Вот я решила попробовать посадить бругмансию. Взяла пока один пакетик. Вот такой вот белый. В пакетике 3 семечки. Семена замачиваются в теплой воде на сутки. Ну, я замачивала чуть меньше суток, часов 12, но в питательном растворе для проращивания семян. Вот они набухли. Стали мягенькие, и сейчас я их буду высеивать. Грунт я взяла обыкновенный, универсальный, цветочный. И сейчас перед посадкой я их также полью очень слабым раствором, также питательным. Я обычно стараюсь всегда при посадке крупных семян поливать почву до посадки, а потом просто присыпать и чуть-чуть сбрызгивать из пульверизатора. Так они больше мне нравятся, не переувлажняется, и влаги будет достаточно. Вот у меня 3 стаканчика. Сейчас на них сразу наклею, подпишу, что это бругмансия, потому что у меня сегодня очень много посева семян пришло разных. Все постараюсь записать и по возможности выложить в ближайшие сутки. Бругмансию выкладываю, каждую семечку в стаканчик. Вот так вот. Ну и сверху присыплю. По описанию семена должны будут прорасти. Ну, тут не написано. Ну, в среднем я читала, всходят на 15-20 день. Но мы посмотрим, как только они взойдут, я обязательно вам покажу их первые всходы. Вот. Где-то пол сантиметра, сантиметр сверху засыпаю. В принципе, посадка достаточно несложная. Главное условие – замочить семена, чтобы они потом смогли легко прорасти. Ну, сейчас сбрызнем, и я потом накрою пакетиками. Сейчас, как я это буду делать, я вам покажу. Сверху просто водой. Сильно много можно не намачивать. Грунт сам по себе хороший. Ну вот, как на таких стаканчике крышечек нету, я нарезала просто полиэтиленовые пакетики и резиночкой. Вот так вот. И все можно ставить на полочку. Светлое, теплое место, но не под прямые солнечные лучи. Вот у меня тоже вот кончилась резиночка, то есть она одна у меня оказалась. Заранее это не предусмотрела. Нашла просто малярный скотч. И просто соберу малярным скотчем. Приклею. Главное, чтобы держалась. Достаточно. Вот, все. Можно выйти даже так из положения.